Ребята, нажимайте, все летите, у нас лока нет. Блять, дрочиться на сумоне, блять, хуета как. Дело, тот что мэру, то что ты дал больше ДПСа, блять, так ты проебал свое агро. Вроде же как ваниш должен скидывать агро, кош вроде тоже как бы, или я не помню, блять, даже эти кош ли скидывают. Ну ваниш точно скидывает. Но он не сорвал, он получается второй по агро. Ну типа, ну не сорвал, но второй по агро, типа когда два БДК. А, блядь, ну если честно, блядь, два БДК их это, блядь, уроном переагрить, это, блядь, пиздец. Я когда танчил на БДК, у меня челики таунтами, блядь, забрать не могли, блядь, потому что я, блядь, ну, мне просто нужно было отворачиваться от босса, даже автоатакой не бить, блядь, чтобы забрали. Руник, да. Да, да, да. Ну так, дедёла, когда ты стопаешь там еще, блядь, за, не знаю, за минуты две, наверное, до того, как у тебя должны забрать, типа. Ну я тебе отвечаю, я заходил просто 8 лп с пула, давал 7 там, знаешь, типа, чтобы не напрягаться, типа. И челик, блядь, аркан в Т5 под бурстом с пула не мог с меня сорвать. Я был где-то 260 плюс, типа, тогда на тот момент. Ты был ближе с тех людей, которые... Ну, поаккуратней были... надо. Ну, типа, хороший ДД — это живой ДД. Типа, да пизды, да то, что там... А я давал. Я все прожал. Возможно. Сейчас гляну, сколько... Возможно. Возможно, я не спорю. Давайте летите, у нас лока нету. Все летит. Ну, груля, блядь, магика должны вообще на изичах, типа, забрать, потому что, как бы, блядь, у нас вары, ретрики, блядь. Правда, кикать касты, блядь, некому. Почему? Хитрый, блядь. Окей. Нет, так тебе ж стаки надо набить, чтобы прожрать. Тебе ж 5 стаков. Ага, ну. Да. Будешь ты танчить, я на кубе посижу, послакаю. Да. Истерику кину, подбегу, там посижу, чаек попью, пока вы убьете. Так, я пока отойду, пока все прилетят. Вар, давай. Так, плюсаните в рейд кого сум. И, ребята, один ко мне подойдите еще. Алла, я в протика, то все равно надо трэш будет держать. На кубе просто постоишь, там и все. Так, где там для этого шел? Туалет схожу и прыгну в протика. Потыкай на меня. Аня, засумуй. Ну, можно будет. Он... Да, 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 потоки нам. Но мне кондёр не нужен уже.
Для этого анролом надо водить. У меня вообще сейчас шмот, блядь, я уже собираю потихоньку фростовский, типа, а бегаю в ФФБ, блядь, и у меня, типа, ДПС, пиздец, упал нахуй люто. Так, вроде всех пересунул, блядь. Что там, в туалет успел сходить, да? Ну да. Пока прошу, бьем. Блять, на мне висит кулак, но нету каски МП5. Типа, как? Ребята, фокусим, в череп сейчас играем все. И залпы кикайте, роги там. Роги, шамбы. Череп играем, чисто в череп играем. Зал покикайте, ребята. А у вас тут мы... А, у нас пристабав есть. Нормально. Отошли с ливня, РГД. Все, следующий череп. Ливня, выведи. Выведите с ливня танки. Второй череп. А что он бегает туда? А. Так выведи из ливня, ребят. На пуль рога сбегай. Или хан. Блять, просто. Как? Ой, у тебя челик вообще плохой успех, походу. И какие касты, ребята, там ДК, блять, рога. Займитесь, блять, не играйте в череп, играйте в других, типа. А в череп уже там все, кому не лень, блять, покикали. Выведи сливну. Везде какой-то. Мы сейчас трэш будем там бить. Череп играем. Блять, да пиздец, блять. Я ебу нахуй. Никто тупо залпы не кикает, блять. Всем поебать, тупо. Шаман, блядь, чё ты чилишь, Элим? Цепайся, дружочек. Добили череп. Выведи сливня. Второй череп добили. Череп. Прибахните пока. Ливня сразу же. Череп играем. Так, у нас аура от огня включена хоть у одного паладина. Хуя, блядь, у всех воздаяние, блядь. Это пиздец. Ребята, нахуй вы все под одной аурой, типа, гасаете, блядь. Поставьте любую другую, блядь, прото, сосредоточение, блядь, тому подобное. У всех, блядь, тупо воздаяние стоит. Пиздец, ёбнуться можно, блядь. Типа, ни один не додумается соло, типа, поменять. Типа,
Боб там полгода от них ждет. Череп играет. Ну, я не вижу до сих пор ауры на армор, блядь. У нас паладинов, блядь, сколько? Раз, два. Четыре паладина, блядь. Где сосредоточение полика? А, сосредоточение есть. Вот, аура. Воздаяние. Все, наконец-то, блядь, ребята. Молодцы, Dream Team. Да не пульте, блядь, вы эту хуйню. Не занимайтесь ерундой, блядь, блядь. Да, ты молодец. Ну да, мы же их, блядь, рога напулил. Разве? А, ну тогда... Да. Короче, я на боссе, ребят. А, не, я на тотеме. У нас рыба. Войд будет этот. Сейчас будет рыба. У нас челик и АФК стоят. Типа, Хан стоит, АФК, рога стоит, АФК. Ребята, давайте веселее, блядь. Ну так, а чё ты там чилишь? Спускайся вниз. РЛ делай, РЧ. А да сейчас сделаем. Тут же видно, кого нет. Не надо. Не надо. Ну, уроки нет. Осуждаю. Мэрук. Он нахуй. Это био, блядь. Био пописить, блядь, это 30 секунд. Ну вот, может, он чакра. Ну, блядь. Пули вообще пору, блядь. Поставь на Войда метку основную фантасту. Ну там на него поставь и поставь этих. Сейчас я сейчас все сделаю, подожди. Рыбу пока кушайте. Потом. Элимы, деки, ну, ФДК, БДК, там, анахолики, элимы, блядь, и роги. Зайдите все ко мне в череп. К черепу подойдите. Те, кто может кикать каст, блядь, по КД. У нас три фурика, у него их тоже есть ботычина. Вот, пять человек. Ребята, пять, смотрите. Декарька, твой вот тот череп. Видишь, звезда будет твоя. Запомни, сейчас выбери его таргет правой клавишей по нему и запомни цель. Сделал? Потом бета-бет, череп, видишь? У шамана 6 секунд, там на залп больше не нужно. Все, супер. Потом кэп, череп. Есть контакт? Да. Мэрук. Твой последний. Вот там. Вдали. Все выберите свои таргеты, запомнить цель. И потом, ребята, объясняю. Есть каст. Вам нужно только один каст сбивать. Вот этот. Залп стрел тьмы. Вы не играете в череп. Вы только кикаете касты. ДК, тот, что Void Frozen, будет кикать вот этому черепу. Void Frozen, ты тут? Мы его с пула сразу же фокусим и его убиваем. Кикайте касты обязательно. Не, зал, ну, не стрелять мы, а именно залп вам нужно кикать. Только залп кикаете, остальные можете не кикать. Потом... Когда будут выходить големы, ретрики, фурики и тому подобные господа, никакого АОЕ вообще тут они крутим. Ну, типа, потому что танкам нужно наагрить, и это все красиво поставить, чтобы эти големы не бегали. Потом, ретрики, вы фиряете этих големов. Вары сдают мосфир, присты сдают мосфир. Блять, не крутите АОЕ. Лучше законтрольте, чтобы никто не умер перед пулом. Потом, ребята, те кубы, 5 кубов. Все, кто уже там получил свою миссию, отойдите обратно. И 5 кубов нужно. Дед Мазай, ты вот на чили будешь вот этот куб твой. Какой?
Где череп? Сейчас я тебе поставлю меточку, чтобы было понятно. Череп это мой, все, это уже упал. Вот, череп твой. Я в курсах, все. Потом кэп. Кэп, ты у нас же шмилик, да? А что у тебя по ДПСу? Сейчас посмотрим. Тут ДПС, Орел Несу, чтобы важно, важно, чтобы прожать. Да. Кэп. Не, кэп, ну чтобы понятно. Человек, который с маленьким ДПСом и с большим кэп, твой крест. Твой куб там. Мэрук нельзя тебе на куб. Ну, разве что вот тот ближний. Синяя метка будет твоя, Мэрук. Потом алая. Алая. И твой месяц. Там, где звезда, это мой куб. Ребята, свои кубы все поняли? Я надеюсь, да. То есть, не нужно наносить ДПС, блядь. Нажмите главный ебаный куб, чтобы не вайпнуться. Потому что если мы вайпнемся, это будет намного дольше. Чем то, что вы не дадите ДПС. Стойте себе АФК на кубе, типа, если вы не уверены, что вы сможете его нажать. Все, ребята, заходим внутрь. Встаем все плотно в одну метку. Котик, ДК пока поставим танками. Так, все, с пула играем сейчас череп. Ребята, которые там должны кикать касты, залп стрел. Да, тебе не нужно там ничего сейчас пока делать. Полетели. Все, go pull. Играем точечно, ребята. Играем в череп сейчас. Только в чаротворцев. Големов не трогаем. АОЕ старайтесь много не крутить. Потому что ДК, типа, ну еще если тот, что в Т4, так ему да, нормально. Дайте масфир. Вары. Упал из них, нет. В следующий раз, когда подойдут, блядь, проконтрольте. Играем в череп следующий, ребята. В череп играем. Дайте гнев, паладины. В череп играем, ребята. Через стаб ищем череп и бьем только череп. В череп играем. Да, нормально, нормально. Дайте масфир еще один, ребята. Чек, тролль, в череп играем, ребята. Еще контроля сдайте. Паладины, гневы, масфиры. В череп доигрываем. Еще один. Да я вижу, что он, дружище, успокойся. Все, добили. Теперь крутим АОЕ. Ребята, не теряем, крутим АОЕ. Такая дело, вижу, мало. Не, нормально еще. А, не, уже в принципе да, можешь выдвигаться. ДК, ДК, иди двигайся уже потихоньку туда. РДД играют в босса, РДД, ДД, все играют, говорю, в босса, блядь, в големов играем, доигрываем в големов, не трогайте да магика. Ну так все равно их добить нужно, они ж похоронят сейчас весь рейд, блядь. Не похоронят, я заберу, бейте, бейте босса, ребят, нормально. Кубах, топа кубах. У меня, кстати, таймеринги не показывают вообще, блядь. По кубах всех, кто не придурся, стали из них. Ваша задача кубом. На платформе это тоже не стоим, ребят. Килы прокилюсь. И 300 БР, который ангел. Морда не стоит. И сразу же иннер по нему круто нюхи.
вспышка, тик. Нажали как бы. Что, отпустили? Сбили каст, отпустили. Садитесь с платформы, Мазай, сойди с платформы. Вообще, зачем ты на нее заходишь? Потому что ты на следующее КД просто получишь бан и не сможешь это. Такое было. Илюша, блядь, два раза вайпнул, блядь, таким образом рейд. А на платформу вообще заходить не нужно. И не нужно до конца каста держать. Ты сбил каст, все, отжал. Не, просто если мы держим, урон разрушается. Если мы дебаф на тебе держим. Да, только и дебаф на тебе стакается. Да ничего страшного, смотри. Ну ладно, ты РЛ все. Не нужно, да. Да, против попытался. Ну я переживаю. Не нужно нихуя на платформе стоять, ребята, не несите чепухи. Ну, короче, просто челики, смотрите на кал, блядь, магика, и все отлично будет. Нажали. Кубы. Не нажал, блядь, крест не нажал. Крест нажал. Крест нажатый был. Но... Я оттуда луча не видел. Нет, крест был. Ну, я оттуда луча не видел. Типа, и босса на туре ставь, типа... как-то поинтереснее, типа, ну, как все ставят по центре, по центру. Блять, это хуйня. Да, да. Они не будут там бегать, все нормально, все будет. Я не знаю, но я с креста не видел, типа, луча. Крест, который рядом с боссом. Ну, крест, которая метка там креста. Ну, значит, мини-КД какой-то поймал, типа, и не смог нажать, типа... Ну, может, он... Сам факт нажатия был, только он был, блядь, под баном, нахуй. Ну, типа... Вы думаете, что ваша жалкая магия будет удерживать меня вечно? Рыба стоит. Доставь его, как все ставят, типа, да и все. Да и я еще подамажу целку. Короче, ребята, кто не на 100% уверен, что нажмет куб, кто не знает механики? Паразиты, кровососы, пейте мою кровь и захлебнитесь ею. Да, стань на крест тогда, Хакасука. Типа, не нужно сейчас там кого-то хуесосить и тому подобное. Просто люди не все понимают. Тут-то говорят, что, о, нужно вставать на платформу. Не нужно тут-то вообще стоять, заходить вообще на эту платформу нахуй не нужно. Заходим внутрь. Покрутите бафы. Пацаны, парика, короче, дропнула и пиздец, и, короче, обновляется. Вариант. Ребята, ну, те, у кого там были метки на запоминание цели, выставьте их опять и кикайте залпы, пожалуйста. Ты в крест, Хакасука, крест. Красненькая меточка, крестик там нарисованный красненький такой. Все, я очень рад, что ты понял. Давайте, ребята, поставьте уже запоминание цели, те, у кого были, типа, я думаю, вы помните, какая у вас была метка, типа, чтобы я сейчас не распинался, это не объяснял заново. И работаем череп, go pull. Ребята, играйте в череп, не крутите АОЕ. Кулака на ДК нету.
А, это парик, походу, давал кулаки. Дайте вылетит. Там кулак, да, я давал кулаки, меня дроп. У нас 4 паладина, есть кому дать кулак. У нас есть парик. Только не орите. Вот Аркар откинул каски всем. Зафиряйте паладины этого, блядь, голема одного, пока он один. Ну, следующего чертворка играем, ребята. Хакасуку БР. Ну потому что крутит, блядь, не смотрит и крутит, блядь. Сдали мимо сфир, ребята. Что творится вообще? Хакасука, отпусти и стой на чили, типа. Блядь, я понимаю, что ты на ферле-то можешь в АОЕ покрутить. Да пизды тут твое АОЕ. Следующий чаротворец, ребята. Как мы, блядь, в череп, нахуй, медленнее убиваете, чем других, блядь, ребята. Метка черепа, убили череп, нахуй. Остальные, блядь, кто, блядь, знает, нахуй, кикает касты, блядь. У кого есть метки. Как так может быть, блядь, что череп умирает медленнее, нахуй. Следующий череп играем. Еще один череп сыграли. Сдали Масфир. У нас хан сдох. БР танка. Какой танк у нас? Элиф, блядь, это хан. Контрольте, короче, этих големов. Ребята, ретрики, контрольте големов. Просто контрольте. Опять ты его повел куда-то непонятно. Поставь его вот сюда, пожалуйста. Блять, ладно, хуй с ним. Ну, типа, я не знаю, кто тебе там сказал держать и где ты такое увидел. Помню, ребята, мы на кубах. Где ж это центр? От входа центра. Ну да, ну, я тебе потом, короче, убьем. Ребята, на кубах приготовились. Потому что тайминга нет почему-то. А, заебись, нахуй, меня убило, блядь. Подмените куб дальний. Подмените кто-нибудь куб. Блядь, киллы все там, короче, блядь. Ребята, нахуй, вы чё творите? Все, супер, подменили. Бета-бет, блядь, нажмёт. Бета-бет, короче, продолжай нажимать, значит. Этот куб. Блядь, тоже, конечно, красавцы, блядь. Все стали у входа, блядь, нахуй, пиздец. Кубы не хилят. Вспышка, нажали. Отпустили, блядь, на платформу не выходите, ребята. Нахуй вы выходите на платформу, можно с платформы нажимать. Все, хватит. Зачем ты до конца дожимаешь, дрога? У тебя потом КД может повеситься. А все, печат, бейте. Как от сука, стой дальше, продолжай, типа, на кубе стоять. Лучше не бей, типа. Ребята, разойдитесь, блядь, по платформе, блядь, подменять, если что, ребят, которые умрут на кубе. Потому что у нас что-то хилы, блядь, вообще приколисты. Сейчас Хакасука не нажмет, потому что его откинуло, блядь. Нажали. Ну все, блядь, пизду. Да, только Хакасука не нажал. А его откинуло, потому что он не стоял на кубе, типа. Ага, крестик не нажал. Ага, то есть, блядь, у нас он подменил меня. А кто нажал тогда крестик в прошлый раз? Он нажал мою метку, типа, Хакасука, ты ж нажал. Не, шаман не какой-то. Не, а? Он не нажал, шаман. Типа, хилы сейчас давай, не разошлись, блядь, ну, типа, меня вайпнуло, блядь, хули. Я подхилиться не могу. Типа, хилы все
Смотри, давай, я тебе сейчас объясню, где танчить типа босса. Ну, просто покажу тебе, то есть куда ты его ставишь ебалом типа. И все. Вот, смотри, иди за мной. Видишь, меня тут четверо бежит. Поставь туда, нет. Ну, сейчас не нажали куб, потому что меня уронили. Типа мой куб не был нажат. Я не знаю, кто там подменил. Вроде как Хакасука ж меня подменил. Но кто нажал тогда его куб? Я не на черепе. У меня там где метки нету. Просто я всем все объяснил, типа, и сейчас хуй поймешь, что творится, типа. А, Батабет меня подменил. Ну так, вот тебе и надо было продолжать, потому что я не знаю что. Угу. Вот, смотри, ты его заводишь вот отсюда, вот так вот проводишь, смотри, видишь, вот так вот проводишь, и заходишь ебалом его ставишь, ну то есть стоишь сам вот здесь, а милики все упираются в эту стенку. И ебалом ты держишь его вот к этому кубу. Но смотри так, чтобы ты не закрывал эти кубы этим магиком. То есть отдали себе камеру, блядь, не смотри в стену и в его ебало. А смотри, блядь, ну типа камера должна у тебя повернута быть к выходу. То есть он должен стоять, блядь, между кубов ебалом к тому, где нету метки. То есть вот, сейчас я, короче, все метки поставлю, чтобы, блядь, понятно было. Что ж, моя метка не была прожита, потому что я умер. Кто на Луне стоит? Алая, да? Так, где Алая? Блять, я его не вижу. А, вот есть Алая. Ты будешь у нас Луной. Потом, кто на черепе? Дед Мазай, да? Да, я выхожу. Ты в черепе. Ну, череп будет слетать, потому что я буду метки ставить. Я тебе сейчас другую какую-то оформлю. Вот, твоя будет, блядь, печенька. Чтобы видели, по крайней мере, когда падает, блядь, челик на кругу. Потом крест. Кто у нас крест? Хакасука, да? Хакасука крест и... Синее это у нас рога, да, Мэрук нажимает. Или с рогью синее происходит. Так, все, ребята, ставлю рыбу. Рыба стоит, кушаем рыбу. И хилы станьте в центре комнаты. А ты поставь босса, как я тебе говорю. Ну, так всегда его ставят, типа, и это всегда беспроигрышный вариант. Все, рыбу покушали. Хилам нельзя стоять в центре комнаты. Никому нельзя стоять в центре комнаты, потому что откинет. Его будет раскидывать, да. Ну, типа, так, чтобы они стояли, ну, типа, чтобы могли прохилить каждый куб. Потому что у нас кубы, типа, ни один куб сам себя не хилит. Легко, хорошо ставишь по одному на дальние метки и все. Одного шамана ты ставишь в метку между крестом и печенькой. Илюха, красная метка. Кто у нас? Тиранозавр второй Эршам, да? Какой у тебя спек? Или ты в Элеме? А, ты в Эршаме. А Эршама стоит на Луне. Вот между, ну, между Луной и трусами. Все, надеюсь, блядь, в этот раз... И, РЛ, все-таки пусть те, кто стоят на кубах, они держат до конца, потому что увеличивается дамаг по боссу. Потом вы просто отходите от этого куба, и все, и у вас этот дебаф... Прыгайте до конца, главное, не стоя на платформе. Можно нажать вот отсюда, можно спокойно нажать куб, не стоя на платформе. В этом нету смысла заходить на эту платформу. Потому что от захода на платформу вы только получаете дебаф. Если ты додержишь до конца луча, стоя на платформе, ты следующий куб не нажимаешь.
Нажимается там все. Не нажимается, потому что это уже, блядь, проверялось 100-522 раза, блядь. Ну, я не вчера просто ходил, не заходите на платформу. Нажималось моим рейдом. Не знаю, что у тебя там не нажимается. А у людей не нажимается. У меня всегда нажимается куб, если меня хилить. Так, Леди Hellfire. Просыпайся. Давайте, заходи, заходи, дружище. Что, череп, пул. Ребята, и играйте в череп, пожалуйста, блядь. Через таб, следующая цель. Выбираете, играете в череп. Потому что их по фокусу намного профитнее убивать. Следующий череп играем. Сдайте мосфир, Вары. Какие, блядь, залпы, пиздец, залпы летят, ребята. Следующий череп играем. Гневы поздавайте, паладины. Следующий череп. Еще мосфир дайте. Мосфир, ребята, гневы. Контроль сдайте, алло. Вот, отлично. Следующий череп. Да пиздец, у нас вроде и ДПС вроде есть, но его и как бы и нету, блядь. Все отлично. Этих расконтрольте, ретрики, расконтрольте их тупо. ДК, иди уже, вставай на позиции. Да не тут даже, куда? Так куда ты ведешь, ну куда ты ведешь, ну молодой орел, веди красиво его. Только на пул работает, блять, почему этот голем не пропал? Ну, в принципе, да. Все, работаем по боссу. Да, да, да. Там на синем кубе все отлично, Мэрук. Хвостом не закрывает. Геру, да, давайте. Правда, кто? Конечно, хуйня, ну, блядь. Кто в кресте стоит, Сань, Сань? В кресте стоит Хакасука. Метки же стоят уже все. А возле креста никого нет. Он типа умудряется и то сделать. Универсальный солдат. Нажали. Блять, почему таймеров опять нету, блять? Что с этими ДБВМами, блять, ебаными? Ну, типа, неприятно, знаешь. Я себе там пока письку почесал, чуть не послакал куб, блять. Я и без частицы с этим справляюсь прекрасно. Вообще одной игрой, рукой играет. Так, приготовились сейчас. На ощупь.
нажали. Два куба это уже прогресс, блядь. Блять, вообще-то никакого таймера, даже сбитого нету, блять, что за хуета, блять. Нет, у меня появился пушком на звезды. Таймер 23 секунды. Анонси тогда, если сейчас попадешь, хорошо, типа в эту вспышку, типа анонси. Сейчас посмотрю, да, как раз проверю. Ребят, да тихо. Ребят, какой-то РДД или РДД. Так, 3 секунды. Нажали. Вот пошла. Блять, хуй нажали. Нажали. Нет, нажали. Да там Дед Мазай что-то это. Ребят, Дед Мазай говорит, громко говорит. Подстрахуйте меня, пожалуйста, мне задержка игры. Станьте кто-то один там в печеньку. Да стойте там втроем, блять, вообще похую, блять. Я не вижу просто нихуя оттуда. Прист пришел. Вот и все, пусть прист там чилит, короче. Главное, чтобы нажали. И человек, у кого там таймер показывает, анонси, пожалуйста, там хотя бы, блять, за 7 секунд. 25 секунд. Нет, за 10 секунд анонси. Ну понятно, хорошо. Ну как она вниз будет слетать, я. Буду говорить. И копал. 5 секунд. Приготовились, куба. Нажали. Я нажал, да. Медленно, но уверенно. Команд. Ты чего в огне стоишь? Два раза там сдох. Бета-бета подмените. Как, а какой? У тебя метки нету, блядь. Ну, блядь, так нахуй ты пишешь мне, блядь, челик. Все метки есть, все нормально. Тотемы. Тема гнева нет. Так, что там по вспышке? Десять секунд. Отлично. Кубы разошлись, приготовились. Сейчас задержка была. Нажали. Пускай, отпускай, Крестик, отпускай. Вы же да если хилы хилят, держите до конца. Ну типа, а никто. Если он сейчас получит да, мини-КД, ты. Мы тупо вайп. Не получит. Окей. Да все, заткнулись. РЛ сказал тактику, так и делаем. Спешите куда-то, ливайте, все. Десять секунд. Приготовились, разошлись. Ждем каст. Нажали. Привет. Страхуй, страхуй, потому что меня задержка. Пускай. Ребята, пускай. Пускай.
Потолок. Ребята, смотрите там над головой у себя. Мне вообще ни хрена ничего не видно. Главное, чтобы ничего на голову не падло. Пресс, как вы меня, мне задержка играть. 10 секунд. Приготовились, разошлись, кубы. Кто-то сбился, походу, таймер. Сейчас после отброса будем, значит. Нажали. Прохильте куб. Блять, да ёбаный в рот. Чё такое? Сдох, блять. Продержал, блять, до конца, нахуй. Пятнадцать секунд. Не успеем. Ребята, дожимаем еще. 10. Давайте, приготовились. Стойте на кубах. Нажали. Заебись. И снова Алла, так сказать. Хм. Это как бордой. Бобок. Там по лору как бы его, ну типа магика ж сразила этот, блять, там какой-то орк, блять. Не, а это не тот, это не магика, он там, магика же другого, нет, не магика, там другой кто-то. Горошатский крик сразил Монорота, а это мог... Да, 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 Монорох. Да. Ёбаный в рот. Тут челик тупало. Завалил тебе, блядь. Это было в 955 году, блядь. Нахуй, историю знать надо, блядь. Что, блядь, не учились, что ли? Рольте сумку. Она только одна на этот, если что. Да. А. Короче, Аркар забирает. Потом перчатка. Перчатка, ткань. Не знаю, кому она нужна. Ну, типа, разрывной я тебе ее не отдам, а вот Леди Хеллфайр отдам. А почему ты мне ее не отдашь? Ну, потому что ты ролишь кожу, молодой человек. А. Иди на форум, типа, пиши там бан, пусть мне кидают. А, Винкс. Я тоже так думаю. Тут она, в принципе, никому нахуй не нужна, потому что токен будет, блядь. Типа, а ролить, блядь, я понимаю, блядь, что паладин может ролить и ткани, и кожу, и кольчугу, блядь, давай, но это нихуя не значит. Давай потом разроливай, потому что время. Кепка охуенная для фурика. Так. Пиздец. Не знаю, там токен Т4 или нет. Пиздец. Пиздец, это фиаско, блядь. Аркар, ну, типа, я могу тебе ее, в принципе, отдать, но она нужна ли тебе? РПБ. РПБ, да. Эретрика нет. Ну, типа, это просто барбит. Тут челикам она нужна, действительно. Я тебе отдаю, там, не знаю. Типа, ну, это бред, чувак, типа. То, что просто у тебя хуже, это такое, блядь. Крит-хаст у тебя хотя бы есть. Это для варов. Не знаю.
Да, о, Наваров, ну, блядь, челик заролил латы. По крайней мере, блядь, не сова, ткань. Типа, у челика действительно может там 200, блядь, 13-я кепка, нахуй, и хоть что-то лучше взять. А то мету не ставит. Разрывной получает голову. Грудак. Ой, когда грудак, а голову получаю я, блядь. Так, и мешок. Мешок, ребята. Пусть тот, кто выиграет, получит сердоль. Сандо. Получший 3. Там вроде даже 3 падает. Сандал. Сандал, а ну-ка, открывай, показывай пацанам. Ты вас, сердолика, нихуя, ништяк. Я типа ванга, если что. Так, штаны. Ребята. Это было мощно. Ебой. По тиммейту очень хочет штаны, обмен на трусы. Спасибо. Потом у нас топорик. Топорик охуенный. Турики, блядь, сейчас с разъеб. Нахуй вы на ретриках ролите, типа, челики, типа. Вы забираете, типа, у... А, ну, это двуручка, это армсовская. Типа, ну, я бы с этой парой в армсе побегал бы, если честно. Типа, парек, ты будешь мразью и заберешь этот топор, или же отдать алой? Ну, алая вообще танк, так что отдыхает, больше крови заберет. Стоять, я вам здесь написал, что рулю на ДД. До того, как мы королей начали бить. Озар, это ты? Да, это Алая. Все, я понял. Окей, сорян. Ну, типа, РПБ не нужна. Ну, типа, можно взять, допустим, ту же, блядь, пику с груля, блядь. Я могу отдать, мне по барабану, типа. Тут просто дело уже в том... Тут дело в том, ну, какой это, парек, обмен на трусы. Типа, какого понятия этого человек? Я бы никогда бы не забрал бы на ретрика, даже если бы она меня бафнула. Потому что это... Парек, обмен, дай на трусы. Все, все, спасибо за рейд, удачи. Ну, забирай, если тебе нужна. Да, тут еще и два сокета. Ну, допустим, 226-я с тремя сокетами на ретрика, та, что падает. Она ж вроде без арпа, та, что в РБК. Кузне. Там и пушка с... Короче, дайте мне обмен, парек. Или что? Трусам, обмен, обмен. Подойди, кинь обмен трусам. Ну так подойди, дай мне обмен, молодой человек, не тяни резину. Ах, вон стоит. Блядь, я хуею. Так, потом, зубы. Зубы, зубы, зубы. Да не, анролом бери их. Нет, конечно. Так, тут плечо я анролом заберу. Типа холипал, обмен. Я плечо себе токен лучше заберу, нахуй мне эти зубы, у меня там нормальные относительно шея. Токен с грула, фейл, танролл, что ли, да? Да, 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 плечо. Ладно-то. Так, и... Всем спасибо. Рога обмен. Андрюх, поставь, пожалуйста, Деларан, тыпни. И типа, ребята, я не знаю, с кем вы ролили, где вы носов.